ради мечты выйти на лед. Конечно, там, хотелось команды КХЛ принять участие в тренировке, но свои нюансы. Мне комиссию надо было вовремя пройти. Так, конечно, куча впечатлений. Сейчас еще после тренировки их не разобрал себе. Так все скопилось, и усталость, переживания, волнение. И эта тренировка. Я думаю, чуть позже я пойму все прелести. Зачем я приехал сюда. И просто эмоции колоссальные. Вот все участники отметили то, что у вас уровень очень хороший, и тренерский штаб Северстали тоже. Удалось ли вам сегодня показать, вот после такой длительной дороги, показать все, на что вы способны? Да, я думаю, Булит там хорошо, одну пропустил, игра, ну, подтащил там пару моментов. Я думаю, да, показал, на что я способен. Сегодня, опять же, на лед выходил Юлиус Гудачи, как-то пообщались с ним, и вообще следите за этим вратарем? Да, в начале тренировки там с ним перекинулись пару слов, он пожелал удачи, дал пару советов на Булита, как действовать, следить, да, конечно. Это, мне кажется, известная личность, как континентной хоккейной лиги, сколько он просмотров собирает на Ютубе, как его работа с болельщиками, как он привлекает все внимание, молодец. Конечно, обидно, что он в сборную олимпийскую не попал. Это, ну, все спортсмены стремятся к этому. Тем более вратарь ему 28 лет, по-моему, в самом расцвете силы. Желаем ему удачи. А вот для вас дальше, то есть, соответственно, ну, вы приняли участие в этом проекте. Какие дальнейшие вот у вас планы именно на хоккей? На хоккей подходит сейчас финальный этап, начиная хоккейная лига. Моя команда на Воронежской атомной электростанции сейчас идем на первом месте. Будем бороться за поездку в Сочи. И там уже будем ставить задачу выиграть дворец для Воронежской области. Я служу в специальном управлении ФПС номер 37, инспектора группы профилактики пожаров. Занимаюсь, в моей специфике работы, это следить за, чтобы люди соблюдали требования пожарной безопасности на объекте, чтобы не произошла никакая чрезвычайная ситуация. Вам сложно при этом совмещать это все с тренировками, с играми? Да, ну, как любители катаются вечером, поэтому с работы пришел, уставший, там, перекусил, и вечером пошел отдыхать на лед, с друзьями общаться, поэтому нет. А вот идея вот это поучаствовать в проекте «Северсталь Селект», приехать в Череповец, все-таки для вас много времени и заняла вообще сил? Да, честно сказать, я узнал вообще, это мне друг написал, говорит, ВКонтакте скинул то, что конкурс «Северсталь Селект», сначала так подумал, блин, Череповец, ехать далеко, тем более по-любому не выиграю. Я говорю, да зачем это надо, ну, и так на работе трудности, друг меня не отпустит, я подставлю, не приеду, потом все-таки отправил заявку, и потом так звонок от вас, Илья, вы там попали в топ-5, приезжайте. И трудности были только на работе, то, что в последний момент отпустили только с работы в понедельник, но все равно спасибо, что предоставили возможность принять участие в этом конкурсе.